Если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, то ты будешь учиться только на пятерке. Ой, блин, я серьезно, я уснул на диване. Походу, вчера так заработался, что просто пришел, прилег на этот диванчик и сразу же уснул, даже до кровати, видимо, не дошел, капец. Ух ты, блин, а, какие большие уже тыквы повырастали. Я, видимо, столько работал, что даже не заметил, что настолько в этом году, видимо, будет хороший урожай. Так, стоп, а какое сегодня число? Сегодня 31 число. Капец, Хэллоуин уже, я даже это не заметил. Так, сейчас нужно быстренько собрать самые отборные, самые хорошие тыквы в грузовик, прямо в кузов, и отвезти их в город на продажу, на ярмарку. Как раз, сколько там времени? 8 утра. А 31 октября каждый год ярмарка начинается в 10. Вроде я успеваю. О, стоп, что? Капец, да ладно? Я все с вечера подготовил? Я собрал самые отборные тыквы в грузовик, их погрузил? Нифига себе, конечно, я вчера заработался, видимо. Я даже этого и не помню. А, видимо, я настолько, да, вчера много работал, что я решил все на утро сразу подготовить, пошел уснул. И настолько, видимо, устал, что сейчас я проснулся и даже не помню, какое сегодня число. Капец. Как я вообще так мог? Так, а я, собственно, все подготовил. Тыквы. Тыквы. Так, сидр вроде я уже залил. Да, а ну-ка, да, там вроде в этих ящиках, я помню, должны бутылочки стоять с сидром, с моим, который я сделал. Так, ну, собственно, сидр потом, потому что он может подождать, а вот тыквы не могут подождать. Я думаю, очень будет сейчас много людей в городе, которые захотят купить хэллоуинскую тыкву, тем более такую отборную. Какой же все-таки в этом году крутой урожай, просто капец, наверное, такого в Бриксвилле, наверное, лет 10 не было. Ох, сколько тыквочек, все просто как на подбор, особенно вот такая, ух, и это супер. Офигеть. Так, сейчас посмотрю, что тут еще. Много их? А, точно, у меня же еще на чердаке их куча просто лежит. Блин, надо поменьше, наверное, работать. Нужно сейчас вообще будет целую неделю, наверное, отдыхать. Потому что у меня вообще, по-моему, память пропадает. Наверное, столько много работал, столько в делах постоянно бегал. Этот урожай постоянно собирал, что просто все забываю. А, то есть, получается, даже все бутылки наполнил? Угу. Видимо, это лишнее. Видимо, это то, что уже и мне можно будет оставить. А это не на продажу, как говорится. Да, видимо, все позаливал. А, там еще и он варится. Еще, как бы, видимо, там остатки какие-то есть на дне. Ладно, все, пора выезжать. Так. О, какой все-таки прекрасный день. О, так. В принципе, можно выезжать. О, соседа машина, походу, стоит. Так. О, здорово, сосед, здорово. Ты видел, какой у меня в этом году урожай тыквенный? Кстати, тыковку, мужики, будете? Налетайте. Всего лишь по 10 долларов. Одна. Знаете что, сейчас давайте я в город съезжу, да? Все равно сейчас уже вроде у всех выходной. Приеду к вечеру и, собственно, вам даже скидочку небольшую сделаю. За 9,99. Ну ладно, шучу, за 9,95. За 5 долларов хочешь небольшую? Ладно, давай. Сейчас быстренько принесу, подожди. Хотя, ладно, знаешь что, иди сам бери, он большой. Я, в принципе, мужики, вам верю. Чем мы тут уже 15 лет с вами вместе живем? Берите себе какую хотите тыкву, потом, собственно, мне все занесете, все, что там, в общем, все возьмете, потом деньги занесете. Все, давайте, мужики, я поехал в город. Смотрите, какие офигенные тыквы для города подобрал. А зачем ты на болото поедешь? На болото? Ладно, короче, мужики, потом, я сейчас реально очень сильно спешу. Все, я поехал. Давайте. Меня уже в городе ждут. Так. Все, поехали. Так, капец, я, конечно, реально заработался, вообще нифига не помню. Эти 4 тыквы еще, видимо, с вечера загрузил. И даже этого не помню, капец. Как я вообще так мог? Так, нужно быстро доехать до города, потому что мне остается чуть-чуть больше часа. Но главное еще, чтобы эти тыквы не повылетали с прицепа, из кузова, и их не поразбивать. Это будет очень обидно, если хотя бы одна вылетит и как-нибудь разобьется. Тихо. Но при этом нужно как-нибудь быстро доехать. Ладно, придется немножко срезать. Думаю, в принципе, что в этом страшного. Воу! Офигеть! Так, вроде не побились, вроде все отлично. Так, тихо. Вот. Здесь, я думаю, в принципе, тоже можно попробовать даже срезать. Воу, тихо, офигеть, вот это, конечно, спуски. У нас с деревушки в город. Воу, капец, я разогнался, тихо, тормози. Все отлично. Нифига себе, конечно, у меня сосед гонщик, блин, а. Дрифтит просто нереально. Какие-то, блин, просто гонщики, а не соседи у меня.
Оу, нифига себе, оу! Нифига себе, они, конечно, ездят. Ладно, это не мое дело. Мне нужно как можно быстрее довести тыквы до рынка. Так, а вот, собственно, я и приехал. Уже сколько людей на ярмарке стоит. Нифига себе. Уже здесь прям все забито. Так, это мое место. Все, как раз для моего грузовичка. Вот, все отлично. Так, отлично. Просто так даже отцеплю лучше, наверное, пока что. Пускай прицеп отдохнет. Так, все, вроде все, я разгрузился. Отлично. О, первые люди. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. У меня самые отборные тыквы домашние, так сказать. Я их прям с огорода буквально вчера сорвал и вот привез. На своей ферме сам их выращивал. Ничем они не обработаны. Никакого, так скажем, ГМО. Сколько стоит большая тыква? Большая тыква стоит $150. Видите, она просто гигантская. Я не знаю, ее, наверное, весь Хэллоуин хватит. Еще можно на неделю. Сколько стоит самая маленькая тыква? А я самые маленькие тыковки подвезу чуть-чуть попозже. Знаете, вы можете так сделать. Если вы будете вот большую тыкву покупать, но не хотите прямо целую-целую большую покупать, то вот смотрите, сколько желающих. Я могу ее, в принципе, на 4 части порезать и вам каждому продать по 4 части. За $30 есть. Могу кусок отрезать, знаете, он довольно-таки тоже сочный, хороший. А маленькие тыковки чуть попозже будут. Я вот буквально сегодня к вечеру их собираюсь подвезти. Решил сначала самые крутые, самые отборные продать. Хорошо, можно до четвертую. Да, давайте. Все. Ого, сколько людей, нифига себе, даже такого не ожидал. Вы знаете, это самые отборные тыквы, вы лучше не найдете нигде в Бриксвилле. Угу, так что вот так вот. Так, все. Давайте по одному как-нибудь. Все, сейчас подождите, я пошел за ножом. Так, 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 пропустите, пропустите. Вот, сейчас, секундочку. Так, где там мой ножик? Простите, пожалуйста, но, к сожалению, все я уже продал тыквы, это только что была последняя. Вы знаете, я прям сегодня вечером привезу еще новый, так скажем, набор тыкв, очень-очень много, и они будут не только большие, будут и маленькие. Тут я, в принципе, недалеко живу, деревушка возле Бриксвилля, вы знаете, наверное, на холме здесь. Где-то часик-два и приходите на это же место, вы поняли, да? Господа, хорошо? Приходите. Я скоро приеду еще с новыми тыквами, у меня там уже все заготовлено. Увидите самые лучшие предложения для самых лучших покупателей. О, да, здорово, сосед, привет, привет. Угу. О, еще один, здорово, здорово, Майк. Че тут забыл, заправлялся что ли? Я видел твою машину вроде здесь до заправки с утра. Че, сейчас возвращаешься, получается, домой? Или как? Да я тоже, ну че, короче, поехали вместе, да? Я как раз за тыквами домой поеду. Ладно, короче, поехали. Так, опа-на. Так, сейчас нужно будет как можно быстрее вернуться в мою, получается, так скажем, резиденцию, на мою ферму, загрузить новые тыквы и поехать. Сколько, капец, людей сегодня было, офигеть. Капец, конечно, в этом году урожай просто нереально крутой. И это небольшая просто часть от всех тех тыкв, которые у меня есть на ферме, офигеть. Так, давай, давай, грузовичок, быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 нужно как можно быстрее домой доехать, загрузить новые тыквы. И поехать обратно в город. Давай, 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 давай. Капец, в этом году столько денег заработаю. Можно будет новый грузовик наконец-то купить. И, в принципе, подготовиться на следующий год очень даже хорошо. Можно будет и ферму достроить. И ремонт в доме наконец-то закончить. Офигеть. Просто дела идут в гору. Отлично просто. Так, быстрее, 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 быстрее. Еще совсем немного. О, все, залетел. Фух. Сосед, он не отстает. Сосед тоже быстренько передвигается на своей Ниве. Нифига себе, конечно, Нива хорошая, видимо, машина. Надо бы мне что-нибудь прикупить, помимо этого грузовика и того старого пикапа, который стоит там на ферме. Так-так-так, тихо-тихо-тихо. Так, все, вроде готово. Что-то сосед решил со мной поехать все-таки, да? Ты видишь, уже как бы вечереет. Уже как бы скоро будет ночь. Все равно поедешь? Что-то мы немножко затянули. Уже часов, наверное, 5 прошло, я пока эти все тыквы тяжелючие в грузовик загрузил. Капец, я устал. Ладно, все, поехали тогда. Знаешь что, придется, короче, срезать. Если мы сейчас будем по тропинке спускаться, это будет крайне долго. Ты видишь, город вот буквально, так скажем, рукой подать, и мы уже там. Предлагаю, знаешь что, давай мы срежем через восьмерку, поехали. Я так вроде пару раз сделал, вроде это довольно-таки безопасно так сделать. Хотя там болото, но мы в болото не заедем, я довольно-таки хорошо знаю. Эти все места, эти все края. Тихо, 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 тихо. Так, лучше всего фары включить. Так, спокойно. Вот, все. Отлично. Так, тыквы, тыквы, тыквы. Главное, чтобы тыквы не раскидало, чтобы их не растерять. Все, давай, сосед, поехали, блин, быстрее. Догоняй, догоняй, догоняй. Давай на перегонки, кто первый до города доедет.
Так, вот все. Подожди, кстати, смотри, сколько здесь всего. Воу, подожди. Ой, нифига себе. Воу, офигеть. Блин, смотри, черт. Я перевернулся. Смотри, прицеп не выдержал. И видишь, у него, кажется, колесо лопнуло, аж отлетело в другую сторону. Черт, я перевернулся. Ты посмотри, еще и тыкву немного побил. Прицеп вообще, смотри, просто он перевернулся и разбился. Блин, капец, что делать-то? Сейчас я его отцеплю лучше. Все, отцепил, пускай не мешается. Сосед, помоги мне, короче, эти тыквы собрать. Блин, что делать-то? Капец, называется, поспешили, блин. Что делать? Да ё-моё, ты видишь, только все тыквы, блин, я растерял. А куда к тебе грузить? У тебя в Ниву буквально на одна маленькая влезет, и то, не факт. Блин. Что делать-то, а? Реально, что делать? Знаешь что, поехали, короче, в город, там попросим помощи, какой-нибудь грузовичок закажем. Я доеду, загружу все тыквы и отвезу. Больше вариантов у нас особо и нет. Все, поехали. Так. Все, погнали. Опа-на. Капец, конечно, как так-то вообще это произошло? Ну, ё-моё. Я вообще этого не хотел. Так. Тихо. О, блин, смотри, я еще и бампер разбил. Капец, конечно. Ты видишь, здесь какой-то трек сделали? Все просто перекопали, из-за этого он грузовик побил. Офигеть, блин, а? Ладно, все, быстрее поехали в город. Давай. Капец, нужно же что-то с этим делать. Это не дело. То, что тыквы там мои так валяются. Фух, сосед, хорошо то, что мы нашли водителя грузовика, который нам решил помочь. Фух, как же нам все-таки повезло. Так, ты помнишь, где это место было? Я, кажется, примерно помню. Подожди, а что это? Смотри, какие-то радиоактивные отходы в этом болоте. Чего? Смотри, болото, это... Фу, ужас. Там какие-то радиоактивные, видишь, смеси просто лежат. Какие-то радиоактивные... О, бочки. Ты слышишь, что это за звуки? Ты слышишь, что это? Офигеть, что там происходит? Ё-моё, блин, а? Мы приехали. Вон они, справа, мужики. Загружайте мои тыковки. А как вас зовут? Джо вроде, да, Джо. В общем, загружайте, пожалуйста, вот тыквы в ваш грузовик. Вот они все лежат. Давайте и в мой загрузим. О, мужики, смотрите, что это? Смотрите, с болот приближается. О! Что это за хрень? Это какая-то гигантская, смотрите, лягушка. Офигеть. Вау! Ё-моё, мужики, что происходит? Смотрите. Это огромный монстр сзади! Оу! Давай, поехали, мужики! Оу! Смотрите, я тварь уже сзади! Офигеть! Оу! Давай! Джо, нет! Офигеть! Что, блин, просто происходит? Где мой сосед? Капец, грузовик просто разорвало, походу. Оу! Так, быстрее, поехали! Давай! Так, я вроде спрятался. Он меня видит. Сваливаем. Быстрее. Давай. Офигеть! О! Так, все, быстренько сваливаем отсюда. Что это за огромная тварь с болот? Она такая быстрая, она умеет еще и прыгать, походу. Она по болотам просто прыгает. Где мой сосед? Так, быстрее поехали в город. Давай. Нужно валить с этого места. Что это вообще за проклятое какое-то место? Какое-то просто заброшенное, блин, болото радиоактивное. Офигеть. Давай. Быстро. Давай, я соседа, кажется, вижу. Эй, я здесь. Езжай сюда, блин, быстрее. Мужики, валите, там какой-то огромный монстр. Едьте быстрее в город. Нет, он нас догоняет. Офигеть. Давай. Нет. Оу. Офигеть. Нет. Мужик, беги. Мужик, давай. Еще немного. Ё-моё, что, блин, просто происходит? Какой-то огромный монстр с болот напал. Давай. Мужик, направо, заворачивай куда-нибудь направо. Давай. Нет. Давай. А, я еще жив. Быстрее, бежим. Нет! Я еще жив. Капец, дом привалило. Я, кажется, ранен. Помогите. Вау! Мужик тоже, беги. А, нет, его убило. Черт. Что это? Это какая-то огромная жаба. У нее кишки наружу. Вау! Офигеть! Быстрее, побежали. А, она, кажется, за мной постоянно бежит. Нет! Сосед! Прыгнул, поехали. Давай. Ты просто нереально вовремя. Давай, короче, быстрее направо, к там на ферму поехали. Давай, просто свалим. Смотри, эта тварь нас догоняет. Где здесь? Давай направо. Давай, прям где здесь. Вот, отлично. О, нифига себе, конечно, гонщик. Смотри, эта тварь разрушает дома. Давай, где здесь, направо. Давай.
Тихо. Воу! Офигеть! Смотри, тварь прям за нами угналась. Полицейский, спасите! Какой-то за нами огромный монстр! Видите? Гонится! Нет, полицейский, бегите! Смотри, тварь убила полицейского! Давай, сосед, блин, быстрее! Я в тебя верю! Мы должны выжить! Воу! Офигеть! Давай, куда-нибудь, налево, направо! Давай! Смотри, нас этот монстр догоняет! Воу! Офигеть! О, полицейский! Смотрите, какой-то огромный монстр! Офигеть! Давай! Быстрее! Воу! Нет! Давай, сосед, быстро! Смотри, полицейские, походу, на вызов приехали! Воу! Офигеть! Ё-моё! Просто все разрывает! Нет! Мы еще живы! Нет! Машина!